Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Дед Сергей. И в этом видео мы поговорим о Яндекс.Эфире. Если у тебя такой же молодой канал, как у меня, советую тебе зарегистрироваться, так как здесь очень просто получить монетизацию. Ну как очень просто. Намного проще, чем на том же YouTube. И контент можно весь скопировать прямо с твоего канала. Я так и сделал. То есть я взял YouTube канал за основу и просто-напросто перенес все в Яндекс.Эфир. Регистрация не займет больше 5 минут. Так что пробую пока что халява. Думаю, скоро условия ужесточат. Тут смотри, также делаешь все. Загрузить видео. Сюда перетащишь видео, которое тебе нужно. Здесь видео, которое есть. То есть после того, как ты выложишь видео, оно не пройдет автоматическую модерацию. Если тебе интересно, как это исправить, пиши. Я сделаю об этом отдельный коротенький видосик. Пока что на этом не останавливаюсь. Итак, здесь делаешь все то же самое, как на YouTube, даже проще. Здесь пишешь название, описание, теги, все как всегда. Добавляешь картиночку. Здесь ставишь категории, возрастные ограничения. Категории игры пока что отсутствует, но это скорее всего временно. Буду писать в поддержку, пусть добавляют. По настройкам канала здесь тоже сделаешь описание, название, как в YouTube канале, ничего сложного. Самое интересное — это монетизация. На данный момент она очень простая, как по мне. Нужно подать заявку. Как подать заявку на монетизацию? Все очень просто. Мы принимаем условия Яндекс, бла-бла-бла. Набираем 10 тысяч часов. Это, по-моему, вообще халява. Я зарегистрировал канал 20 сентября. Сейчас у нас 10 октября. И, собственно, вот уже 14 тысяч ни с чего. Напомню, что у меня канал очень маленький, такой микробик. Как только набрал заветные 10 тысяч, сразу регистрируешься в RSEA. Здесь регистрация очень простая, не займет больше 10 минут. Нажимаешь «Присоединиться». У меня этого уже не будет регистрации, так как я ее провел. Там присоединишься, отправишь свои паспортные данные. И все. После этого будет где-то 10 дней на рассмотрение твое личное дело. После этого нажимаешь на кнопку «Подтвердить». Мне еще данное сообщение не пришло, так как я отправил его только 3 дня назад. Вот пока сижу, жду. Ну, на этом первую часть видео, думаю, можно закончить. Все, в принципе, рассказал. Все очень просто, понятно. Яндекс.Эфир, думаю, наберет обороты. Вторую часть, тогда поговорим именно о заработке. Посмотрим, сколько мне удастся заработать на моем маленьком каналчике. Вот, запомни, если смог и я, сможешь и ты. Так что пробуй, начинай, ничего не бойся. Все, друзья, если видео понравилось, пригодилось, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, на YouTube канал и на канал Яндекс.Эфир, естественно. Все, всем пока-пока.